Самарской области выделили 3 миллиона 150 тысяч рублей погорельцам из Борского района. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале регионального правительства. Средства поступят на предоставление единовременных социальных выплат на оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате природных пожаров в селе Гвардейцы и поселке Немчанка, говорится в документе. Жители, полностью лишившиеся своих домов, получат по 100 тысяч, частично утратившие имущество по 50 тысяч. Также по 50 тысяч получат сельчане, здоровью которых причинен вред.